поисках эксклюзивных кадров экстремал из Швеции решил собственноручно смастерить уникальный квадрокоптер. Главным составляющим здесь является смартфон. Далее на 3D-принтере горнолыжник Николас Вагнер напечатал механизм, благодаря которому смартфон сможет крутиться на шнурке вокруг себя. Благодаря такому самодельному квадрокоптеру мужчина снял уникальное видео при помощи режима съемки 240 кадров в секунду, в котором похвастался своими рекордами интернет-пользователям. К своим результатам Вагнер шел 2 года, горнолыжник уверяет, что за это время ни один телефон не пострадал.